Всем привет! Вы на канале Золотые ручки, подарки своими руками. И сегодня я вам покажу, как сплести корзинку для ягод. Небольшую, маленькую корзинку. Как всегда, плетение корзины начинается с донышка. Для этого я склеиваю крестовину 5 на 5 трубочек. Трубочки у меня на этот раз из газеты, окрашены марганцовкой и обработаны пропиткой. Всю дополнительную информацию оставлю в описании. И я оставляю крестовину на ночь под прессом. И на самый распространенный вопрос от вас, где взять марганцовку, отвечаю всем сразу. Марганцовка продается в садовых центрах или в аптеке, но в аптеке небольшими порциями. Подклеиваю одну рабочую трубочку. И проплетаю, так как вы видите на экране, 3 оборота. Сейчас трубочки крестовины все раздвигаю и начинаю плести простой веревочкой в две трубочки, подклеив еще одну рабочую трубочку. Простой веревочкой плету полностью всю донышко. Диаметр сплетенного круга должен быть равен диаметру донышка формы или чуть-чуть побольше. Сейчас мне понадобится резинка и что-нибудь, чем можно утяжелить форму для плетения. Я утяжелила все камнями и сейчас трубочки стойки поднимаю наверх и заправляю под резинку. Когда все трубочки подняты, я их очень хорошо и аккуратно выравниваю и оставляю, чтобы они хорошо высохли и запомнили изгиб формы. В качестве формы здесь я использую 2-литровую банку от меда. Стенки корзинки я тоже буду плести простой, или как ее еще называют, двойной веревочкой. При плетении старайтесь, чтобы место, где наращиваются трубочки, было не видно. Для этого при наращивании это место прячьте за стойку. Я сплела стенки корзинки на вот такую высоту. Все это делаю на глаз, без линейки, поэтому в сантиметрах не скажу сколько. И сейчас убираю форму и пересыпаю груз в саму корзину, потому что форма мне будет сейчас мешаться. Смотрю, где сейчас мне нужно, чтобы находилась моя ручка, то есть две противоположные стойки друг от друга, помечаю большими длинными трубочками. А все остальные стойки наращиваю. При этом наращивание небольшое, на половину трубочки.
продолжаю плести простой веревочкой до ручки. Там, где находится ручка, я решила сделать плетение повыше. Для этого я проплела простой веревочкой до ручки и делаю разворот на второй и третий стойке от ручки. Поворачиваю плетение и плету в другую сторону. Оплетаю ручку и сейчас опять с другой стороны делаю разворот на второй и третий стойке от ручки. Сделала разворот, плету обратно в другую сторону. Сейчас делаю разворот на первой и второй трубочке. Развернула слева. И сейчас точно так же разворот делаю справа. На первой и второй стойке от ручки. И делаем последний разворот на самой ручке и первой стойке от нее. Разворачиваемся. Здесь тоже разворачиваемся. И тут же опять разворачиваемся на ручке и на первой стойке уже справа. В результате у нас получился вот такой подъем на плетении. Сейчас плетем, как обычно, простую веревочку до противоположной стороны, там, где у нас ручка. На этой стороне делаем такое же возвышение, точно так же, как я показала чуть раньше. После чего я весь край корзины еще раз на три круга оплела простой веревочкой. А концы трубочек обрезала и спрятала в плетение. Сейчас нужно укрепить ручку. Для этого я взяла жесткую проволоку. Она у меня осталась от новогодней гирлянды из Fix Price, но можно взять любую жесткую проволоку, обмотать бумагой и покрасить тем же составом, которым вы красили трубочки. Устанавливаю эту проволоку на место, где должна быть ручка. Загибка будет широкая розга на три прута. Если вы все еще не знаете, как ее плести, то я оставлю ссылку на видео в описании. А здесь я останавливаться на этом моменте на широкой розге из трех прутов не буду. Вот эти торчащие трубочки я подклеиваю к проволоке простым обычным канцелярским ПВА. Когда ПВА высох, я обкручиваю всю ручку тремя очень хорошо увлажненными трубочками. Так, как вы видите на экране.
По обе стороны от ручки делаю декоративный замок, все теми же тремя рабочими трубочками. Этот замок несет не только декоративную функцию, но и также ручка благодаря ему становится гораздо прочнее. И концы вот этих трех трубочек прячем, заводим вот в это место и потом обрезаем. Это очень трудно показать с изнаночной стороны. Надеюсь, все понятно. После того, как корзиночка сплетена, у нас хочешь не хочешь, все равно есть заломчики, небольшие нарушения краски. Поэтому обязательно подкрашиваем все места среза трубочек, все трещины, заломчики тем же самым составом, которым мы красили трубочки изначально. А потом грунтуем и лакируем. Ручки на этих двух корзинках я обтянула еще дополнительно кожей. Потом обязательно покажу отдельным видео, как это сделать. И также еще приклеила такие блямбочки из кожи на бортик корзин. И вот в результате получились мои милашки. И я планирую их использовать как корзинки для ягодок, которые буду собирать со своего огорода. На этом все. Всем пока-пока. И если видео понравилось, не пожалейте пальчика вверх.